Снова, дорогие друзья, продолжаем прохождение лагающей игры 23-го года The Lord of the Rings Gollum. Наша снова и, так сказать, первостепенная, в то же время уже повторяющая задача. Нам нужно найти 3 жетона. Будем бегать, искать. И надеемся, что мы будем умирать гораздо реже, потому что при фризах и при всем остальном, так сказать, адаптированном, так сказать, комьюнити этой игры, начинаются проблемы. В принципе, если так разобраться, вспоминая людей, которые писали про вот эти вот миссии в игре, не беги, прелесть, слишком жарко. Все достаточно примитивно и однообразно. Ну, в любом случае, наверное, в этой игре, скорее всего, что-то есть такое, что заставляет в нее поиграть. Наверное, просто потому, что название «Властелин колец». Не знаю, если честно, что из себя игра предоставлять будет нам дальше, но пока что все сводится к одному. Как я это говорил раньше, принеси, унеси, подай, убеги, да? Ну почему-то я не смог зацепиться, скажи мне, пожалуйста, а? Неужели это так было сложно? Один из ваших парней залез вам в тот тоннель. И что, разве он не должен работать? Особое поручение. Ясно, разве он не должен вернуться? Скорее всего, нет. Наверное, да. Это последний, да? Нет, еще не последний. Предпоследний. Пройдет немножечко, мой хороший, немножечко. Найдено 3 жетона, и что? Теперь обратно бежать? Офигеть, все, потерял сознание наш. Смегал, помни. Ты обещал. Помни. Пей. И еще раз пей. Встань и просто пей. Голум, голум, наконец-то вставай, вставай, пей, тебе едва не сожгло. Я не знаю, он выглядит как облезлая ящерица. Я видел, что он лазит как ящерица, и маленький как ребенок, а ни за что не доберется до моста. Слушай, орки хотят, чтобы ты умер, чтобы мы все умерли. Положим, это конец, больше никакой жира, никакого пепла, что скажешь? Мой король, нам пора. Что ты скажешь? Больше никакой жары. И никакого пепла? Он туда не заберется, это безумие. Уруки, мой король, ждать больше нельзя. Ты помнишь про красные камни? Это все, что нужно сделать, залезть к тому скрипучему мосту. Мой король, борись и продолжай жрать грязь. Выбор за тобой, и мы пойдем. Скрипучий мост? Просто послушай, просто лезь наверх и еще раз наверх. Там высоко, как только ты можешь. То есть складов, в котором много бочонков, на одном из них черная метка. Наверх, к трепучему мосту? Он весь, кожа до кости, у него ничего не выйдет. Выйдет, ты справишься, что делать, ты знаешь. Возьми камень, помести его в бочонок и беги. Вставай, давай, покажем этим червям, кто я. Возьми красный камень, кто это там? Насчет красных камней это понятно. Это все ясно с вами. Так, иди же, Кайван будет ждать на другой стороне моста. Как только ты подожжешь свой бочонок, он подождет тебя. Кавай, это кто такой? Иди, на это нет времени. Властелин, ты не понравится, нет-нет. Понятное дело, что тебе не понравится, но я что сделаю? У меня другого варианта-то нет. Чё за... Да ебать!
Сука, ну почему ты не можешь вот именно вот так вот спрыгнуть, а? Ну почему тебе надо вот как дебилоиду вот показать вот это вот все? Ну и чё, ну... Да почему ты так-то прыгаешь? Почему ты не можешь развернуться-то, ёб твою мать, а? Ты настолько тупой, что ли, я понять не могу. Вот серьезно, вот, вот, раз, вот объясни мне, пожалуйста, почему именно вот так вот все надо делать? Да мы лезем, лезем наверх, какие проблемы-то? Не очень мы хороший работник теперь, да? Совсем не хороший. Так высоко? Еще бы. Теперь что? Что мы делаем? Да, видел я все это. Все, отстаньте от меня со своими фотками. Так, как нам лучше пойти-то? Допустим, это выглядит вот так вот, да? Мы выполняем поручение. Про поручение я в курсе прекрасно. Так, стой, стой, стой. Не... Угу. Так, теперь надо подумать, куда? Наверх. Грязает мы... Вот мы кто. Смегл, ты пытался, но он может дышать пеплом и пить из гадких огненных озер. Че несет она вообще просто-то? Объясни мне, пожалуйста, а? Ты че, ебанутый? Ой, сука. Дайте мне просто терпение, а? Вот, вот, вот... Нет, не хочу, блять. Вот не хочу я загружать ее. Вот серьезно, вот, вот правда, а? Куда ты прыгаешь? Ты мне просто объясни, ну куда ты прыгаешь? Я же тебе показал прекрасно сделать это направо. Почему ты долбаешь и прыгаешь в другую абсолютно сторону? Можешь мне объяснить, пожалуйста, а? Вы настолько сделали тупую механику, просто я вот не понимаю, вот, вот серьезно вот, а? Вы вот когда это делали, вы вообще думали, вот, вот, вот просто вот, расскажи мне, сейчас у нас появляется прыжок. А что мешало сделать это тогда? Ну залазь ты, ёб твою мать! Ну в чем проблема-то, блять, а? Почему туда не прыгает? Так. Надо терпения набраться. Я понял. Все. Терпение, только терпение. Я не понимаю, почему ты, придурок, туда не можешь запрыгнуть, а? Можешь мне объяснить, а? Я не догоняю, что надо делать просто. Я не понимаю. А там очевидно, что должен прыгнуть он туда. Но почему этот баран не может туда прыгнуть? Ну залазь ты, ёб твою мать! Ну чё за хуйня-то? Я понять не могу, а? Ну и чё? В чём проблема? Сука, ты не мог так раньше сделать, а? Просто объясни мне, вот, пожалуйста, не мог ты раньше запрыгнуть на вот эту стук? В чём проблема была? Ладно. Мы же ничего не сделали, они нас бьют, пинают как собаку. Да какая разница, что с тобой делают? Ты никто, и звать тебя никак здесь.
Сейчас стал спокойно залазить, вообще без проблем. Лупят нас, плюют в нас. Покажи этим червякам, что как надо. Да ёп. Пусть они верещат. Угу, обязательно. Яйцо взять? А зачем оно мне, это яйцо? Нахрена вообще сюда я залез? Я что-то не понял. Пусть они визжат. Может быть, ты заткнешься, а? Да куда ты, блядь? Ой, сука. Как меня вот это прям вот... Ладно, все. Я не знаю, как себя контролировать. Меня просто это раздражает уже. Вот эта шляпа прям. Вот эта вот обезьяна, вот эта вот прыщавая с двумя лупнями. Вот ты можешь просто нормально перемещаться, а? Помедленнее себя вести, нет? Или это все... Так, и чё? И чё мы сюда залезли? Нахрена? Это чё там за... непонятные... Я не думаю, что... Ну, в принципе... А, то есть он туда не может, да, прыгнуть? Понятно, хорошо. Ладно, давай, поехали по-другому. Ой, блин. Да все сгорит уже, заткнись уже, а, вот, серьезно. Найдите помеченный бочонок. Так, у нас есть тут друг, да? Это его дурацкий шлем. Я согласен. Да ёп! Тихо. Да ничего он тебе не сказал. Давай, вставай, короче, я побежал. Я знаю что. А что ты знаешь? А внизу что-то случилось? Базара нет. Пусть они все сгорят. Тебе виднее. Ты не хочешь сказать, что они меня не слышат? Да я не поверю. Такого слона меня не слышат, да? Спалил. Нет, друган. Сейчас подождем, будет фейерверк. Куда бежать-то, ёб твою мать? Ну, чё ты... Теперь положи внутрь красный камень. Да положим обязательно. Oh,
Куда бежать-то, блять? Какой просто человек создавал вот эту шляпу, просто объясните мне. Ой, блин. Ну быстрее, блять! Лупень, сука, тупой, блин. Да. Конечно, это все нормально, но пригорает от этой игры уже, если честно. Следующим утром я начну в следующем видео. Мне надо передохнуть после такого горения, чтобы дальше двигаться. Но посмотрим просто, что здесь происходит. Здесь даже видео фризит. Ваше молчание должно об этом не сказать. Никто ничего не видел, ничего не слышал. Ничего и не делал, да? Никто, кроме него? Нет, это не мы. Да, ты. А что я? Все нормально. Но казнь мы, ребята, будем избегать в другой раз. Мы там не были, это мы. Великое око смотрит вглубь твоей души. Мы должны сказать прелесть. Не, подожди. Так нельзя. Прекрати бормотать, кто-то задумал все это. Так, теперь убейте Смегала. Нет, только мы, не одни. Убить Смегала, убить крупного человека. Правильно. До взрыва два, по одному на каждой стороне. Твою сторону мы видели. Кто был на другой? Хрупкий человек для нас бесполезен, а орк сильный. Но он крадет наш хлеб. Хлеб наш, а он отбирает его. Ты назвал имя? Говори громче. Но Смегал не взгляд. Но взгляни. Выживают. Хозяева не делают больным своими жизнями. Нет, не делают. Ты напуган. Напуганный маг, что кто-то тебя использовал, кто-то тебя обманул. Все, что тебе нужно, одно имя. Одно имя, и ты свободен. Хрупкий человек всегда нам помогает. Давай будем есть за него грязь. Он же все время только это и делал. Хрупкий человек всегда нам помогает. Я не слышу тебя, говори уже. А как же он выживает? Никогда не ест, говорит, что у него ничего нет. Должно быть, у него где-то тайное место, но разве это хоть раз как-то делилось с нами? Хрупкий человек, он заставил нас, это он.
Голум выиграл спор, а мы его проиграли. Ну, значит, будем в следующий раз думать по-другому. Хрупкий человек, не так ли? Да, это он. Он? Да, и без палки или на ногах стоишь. Я и без палки разрушил твои шахты. Теперь тише, малышка. Я хочу умереть в тишине. Что ж, ладно, ты высказался. Открыть клетку, он пойдет наверх вместе с остальными. Мы дали имя, она обещала нам. Твой друг хочет умереть в тишине. Так и замолчи. Закончили, двигайтесь дальше. Подожди, стой. Вот этот в списке. Что? 10, 18, 18, 20. Вот он в списке. Ты уверен? На вид просто мусор. В списке сказано, что нет. В каком списке? В том, в котором сказано, трогать это нельзя. И не взгляни на других. Понял ты? Выходи, возвращайся в свою клетку. Мы можем идти. Так, шевелись, давай. Никогда же в таком списке. Остальные двигаются дальше. Да здравствует король. Да здравствует король. Ну что, ребята, давайте посмотрим еще один видос, скорее всего. Верните к себе в бараке, закончите день у окна. Нас пощадили, видишь, мы хорошие, все хорошо. Давайте, ребята, вернемся к себе в бараке и на этом закончим этот день. Я только еще вспомню, так. Какой-то мертвый, его оставили в живых? Безусловно, оставили. Да, конечно, вроде вернулся с башни. И чё? Да ничего, просто вернулся. Что происходит? Грах, грах, грах. Для сегодня не будет. Для кого это предатели все умрут. Давайте закончим день. Погляди-ка. Отдай нам. Должно быть, ты ничего не понял, да? Прямо под тобой камера, место для казни. Но до тебя туда не пустили же, да? Отдай нам. А это правда ты разрушил мост, а? Да, это мы. Да, заставили упасть на много-много маленьких орксов. Как они вопили перед смертью, правда прелесть, да? Все они мертвы. Теперь, добрый рок, может оставить нас, и я пойду спать, да? Забери свою никчемную карту и спи. Итак, наш следующий глава будет Черная яма, разведение Арчат. Следующим утром мы просыпаемся. Что нас теперь ждет? Великое око видит нас. Великое око видит нас. Великое око знает нас. Великое око знает все. Ну что, дорогие друзья, давайте мы на этом закончим. Немного я подгорел по прохождению, но в принципе все нормально. Давайте, ребят, всем спасибо за просмотр. Увидимся.